Так, ладно. И посмотрим, что у нас там. Так, а если мы... Если мы так уберем цепь... У нас потом будет, да? Появится. Допустим. Что-то новенькое. Так, нет, это не новенькое. Вот, винтовка с прицелом. Что это такое? Прицелом. Так. КЛП. Что такое КЛП? Скорострельность. Наверное, количество патронов, да. Скорострел нормальный, кстати. Средний, чуть меньше, чем у импульсный. А если мы по созданию предметов вместо... А, стоп, у нас же еще вот что есть. Вот, вариатор нижнего блока. Магнитная волна. Создает ракетную установку. Магнитная волна. Здесь выстреливают детонирующие гранаты. Создает бесконтактные мины с эффектом от оглушения. Создает мины. Цены бешеные, хотя. Так. Так, 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 хорошо. Варианты верхнего блока. Давайте глянем. Так. Подожди, какой дробовик? Что, чем они отличаются, мне непонятно. Петух какой-то. Это типа пушки, что ли, или я не понимаю? Во, смотри. Создает винтовку со снайперской точностью стрельбы. Угу. Так, ну ладно, давайте вот вместо вот этого, точнее вот сейчас создадим... Я не знаю, что это, ну давайте вот тяжелую станину, метрический зонт. Так, а вот у нас тут есть стрелковая... Как же называлась та винтовка? Ее нельзя, что ли, поставить? Так, тяжелая компактная станина. Подожди, стой, стой. Вот у нас вот здесь, вот видите, есть винтовка с автоприцелом. А вниз что-нибудь можно? Винтовка с автоприцелом. Так, ну давайте ее попробуем. Или нельзя. Или нахрен она нужна. Так. Молот мне этот нафиг не нужен. Ладно, давайте создадим что-нибудь. Итак, давайте стандартную станину. Пилорез, метрический зонт, излучатель Теслы. А, пилорез. Так, почему нет никаких скорострелов каких-нибудь мощных, зачетных прям? Ладно, давайте тогда. Что-нибудь сейчас подумаю, что можно сделать. Импульсное есть. Так, ну что, вот это возьмем, нет? Так, сколько там у нас по времени? Так. Патрон малый, да и, наверное, не особо надо. Вот эти меня напрягают. Альтернативные вот эти вот зонт. Так. А верхняя-то что тут, я не понимаю немного. Ладно, выбираем, выбираем. Базовый пистолет не подходит тоже у нас. Вот эти вообще бешеных денег стоят. Черная дыра. Да. Винтовка с автоприцелом. Ага. Так, ну, давайте, может, попробуем, кстати, ее. Че, почему бы и нет? Да. Дробовик. Больше просто ничего я такого нормального не вижу. А вот это... Электромет и гидравлический молот. Давайте вот это вот попробуем. Оно, по-моему, подешевле, нет? 550. Но не совсем, конечно. М
Мьельнир какой-то. Мьельнир. Да. Так, хорошо. Ну, давайте вот это все-таки попробуем, наверное. Давайте попробуем, посмотрим, что это. Так, давайте на место этого. Ну, просто чисто глянем. Эх, так. Что у нас за штучка мы приобрели? Так, вариант... Ой, подожди. Вариант нижнего блока. Пилорез. Метрический зонд. Так, создать новый блок. Стрелковое оружие. Плазморез. Пневматическая горелка. Пилорез. Сейсмоанализатор. Метрический зонд. Излучатель Теслы. И все. По скорострелу. Вот, пилорез. Самое скорострельное. Короткого с навесным лезвием. Я труборез, короче, старый. А, пневматическая горелка на сниженном газе. Плазморез, стрелковое оружие и гидравлическое оружие. Давайте... сколько нет пока стоит? Дороговато, наверное. Ну и на нее, наверное, мы сразу поставим все наши модули. Во-первых, урон. Так, давайте плюс один урон, плюс обойма. Обоймы нет у нас. Темп стрельбы сразу. Давайте плюс один темп, плюс урон. Перезарядка, вот. Перезарядка плюс урон. Урон. И два урона минус обойма. Или давайте темп, темп, темп. Темп стрельбы пока лучше. Дальше. Темп стрельбы. Плюс темп стрельбы. А тут обоим вообще не нужна, наверное. Урон. Ну, давайте. Вот урон минус перезарядка. Только мы сделали. Ну, ладно. Перезарядка и... Плюс темп стрельбы. Все. Быстренько. Так, задница у нас немного по патронам. Это как можно... Т. Это можно продать. Это тоже можно продать. По аптечкам. Давайте... Большая 240. Давайте выберем. А, тут сразу. Тут две. Да, выгоднее, наверное, две покупать. Давайте. Да. И что, нам почему одна прибавилась? А, у нас их три или хрен знает что. Давайте. Так. Так. Вот это вольфрам. Торсионный вал, стоящая батарея, обойма. Маловато. Все, сойдет. Че, задержались немножко мы. Да даже не немножко, а множко. Посмотрим, что за говно у нас тут. Так, ну ладно, идем. А, подожди, бот. Ну все впереди, давай. Посмотрим, что это такое. За дерьмище у нас. По патронам фигово. Замечательно. Ну что, тот костюм был покруче. Так. Посмотрим, чем нас тут порадует. А, нам наружу. Это душ нарисован. Ну да. О, Элли. Смотри-ка, у меня пушка классная. Правда, не знаю, классные ли они. Oh my god. Fuck this day. They sliced her up. Why? I don't know. But some of the pieces are already in the assembly. I think I see another piece over there. Ты что, охраняешь там, что ли?
Так, ни хрена себе, сколько заданий. Ладно. Что это? Какой-то орган. Ладно, не важно. Так, что нам тут надо? Сюда, что ли, положить? Отправляем. Что за музон? So, according to the records, there are four more pieces. They were checked out of storage by Dr. Serrano. Well, there are three buildings in the facility. So if there are more pieces, they're either in one or all of them. Most of the doors were locked down from what I could see. Yeah, well, you're in luck. Look what I found, a security pass. You want to give it a shot? Hey, why not? Так. Чего? А, я понял, это надо в ту дверь идти. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta slabs. Сейчас твари нас эти там поджидать уже будут. Да, да, именно, наверное, в ту дверь нам надо. Которую мы сначала не смогли пройти. Вот что-то сзади забыли. Вот здесь вот. Не зря вот эта штука нужна. Подожди-ка. Да, нам надо назад. Да-да-да. Туда, в ту дверь. Ну, я думаю, вы помните. It looks like there are three primary buildings in this facility. The one we're in now is biology. There's one for paleontology and one for geological studies. Да я уж понял. What should I check out first? Doesn't matter. Just be careful. Why? You think there's something out there that wants to eat me? That's not funny. I know. Isaac out. Да, да, хорошо. Хорошо. Так. Открываем. Ой, блин. Ну это ностальгия по второй части, чё вы. Я даже не думаю патроны тратить. Я, конечно, понимаю... Там тоже могло быть что-то. Так, тут план есть. Давай, бабах. Красавцы. Причем это еще штука действующая, вот эта. Которая. Вот эта нога некроморфа. Ящики, пожалуйста. А, на них же не действует. Надо, чтобы они сами себя как-то долбанули. Ну, давай. Ну, давай. Отлично. Ну, из... у них хрена тут в органике все. Заросло это. Лип зарос. Так, наверху еще мог быть. Ой, ни хрена тут. Blocking some of the doorways. Is it organic? It says here there's a sterilization system that can destroy organic matter in case of a containment breach. I'll check it out. Конечно, чекнем сейчас, проверим. Что за звуки? Ой, это вот это что-то шевелится? Или это там что-то? Чё тут? Пердит. А, понятно. Сейчас мы тебя перзачем, ну, сапогом. Фигакнем. Ну чё, нормально, чем порадовать. Аптечкой порадовал нас. Еще одной аптечкой. Гелем, полупроводником. Вообще, считайте, одними аптечками. Ах ты засранец.
Ну да, почему бы эта дверь тогда работала здесь, раз газовый насос не работает? Классно же тут атмосфера такая, второй части. О, давайте глянем сейчас что-нибудь там. Случай сбоя карантинной системы из ближайшей стерилизационной стерилизационной кабины. Необходимо пустить стерилизующий газ. Эти герметичные камеры защитят вас от чрезвычайно едкого газа. Все незащищенные органические материалы в зоне поражения будут дезинтегрированы. Крайне важно регулярно проводить проверку состояния станции синтеза стерилизующего газа. От этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих. Смысл понятен, но слова, конечно, я что-то... Конечно, слова знакомые, но... Ой, я так темно, прям как во второй части, круто. Но вот слова эти... Язык сломаешь немного. Ладно. Правда так. Что? Ой-ой-ой. Так, я забыл перезарядиться. Я не понял, у меня... А, обойма выросла чуть-чуть. Если заметили. Ну давай. Ни хрена себе. У меня низкоскорострельное оружие, конечно. Чуть так мало патронов. Гель опять дают. Обалдели, что ли? А, все, тут больше никуда нельзя пройти. Ой, блин, началось опять. Понятно, короче, видимо, с цифрами что-то сбалансировать как-то надо примерно. А, что, не все, что ли, еще? Ну? А, все, escape. Нормально, что. Или не работает что-то там? Стоп. Подожди. Он сказал лифт. Лифт отключен. Что, типа надо подумать, что ли? Надо сбалансировать, что ли, все, чтобы лифт был